Жили-были в одной деревне котенок Рыжик и щенок Шарик. Однажды утром встретились котенок и щенок, и котенок рассказал печальную историю. Ты знаешь, Шарик, мой друг Зайчик рассказал историю про волчонка, который живет совсем один в лесу, и у него нет друзей. Вот почему у него нет друзей? Потому что все думают, что он злой и боятся его. Это плохо, надо ему найти друзей. Давайте я вас повожу. И веселой компанией отправились друзья в путь. Смотрите, смотрите, вот и волчонок. Ой, смотрите, он совсем не страшный. А очень даже красивый. Волчонок, ты хочешь с нами дружить? Конечно, хочу. Не скучно я в лесу без друзей. Ну, тогда пойдем с нами. Мы тебя познакомим с нашими друзьями. Когда друзья пришли в деревню, к ним выбежали утенок и цыпленок. Они тоже хотели подружиться с волчонком. Кто это? Кто это? Я хочу с ним дружить. Это наш новый друг, не обижайте его. С тех пор у волчонка появились новые друзья, и ему не было больше скучно. Каждое утро он приходил к друзьям играть.